Друзья, всем привет! В этом году надо успеть поделать пиу-пиу. Поделать это арбалетом, естественно. Арбалет 3.0, прокачка на ваших экранах была. Прокачка слабенькая. Во всяком случае, рыцарь и лучницы у меня 12 уровня. Это очень плохо. Нормально свой арбалет прикрыть не получается. Ну, а играю я против пуловых товарищей, как вы видите. Активируем здесь главное здание. Ну и фаер придется отдавать, конечно. Первый урон неприятный я получаю. Так, лучницы стрельнут, да? Да, стрельнули. Можно бревном будет добить этого товарища. Но лучше, конечно, в эконом-режиме скелетиками. Так, ледяным духом напряжем его. Так, Валькирия сразу Теслу. Если пойдет воздушный шар, то я его фаерболом подкорректирую направление. Так, а здесь арбалет втыкаем. И... Так, бревно. Отлично, бревно зашло. Только почему-то увернулась огненная лучница от него. Че прикалываетесь? Взяла, обошла вот так вот. С каких пор она так ходит? Что за бред? Вообще, блин, прикольно. Оп, что-то под... Как из этого, из мема. Под какими наркотиками увернулась, блин. Нормально вообще. Плохие стрелы. Может, защитный арбалет воткнуть? У меня всегда, когда это... Нет особых идей, я думаю, что надо втыкать защитный арбалет. Нет, поставим в агрессивный арбалет. Будем его прикрывать бревном от армии скелетов, например. Нет, армии скелетов пока нет, поэтому рыцарем для начала. А вот теперь бревном. Ну, урона не получилось, только от бревна. Так, шарик опять. Мы здесь фаер закинем. Раз он так подставляется. И у нас даже Тесла еще жива останется. Недолго, конечно, но... Тем не менее. Так, давайте защитный арбалет. На этот раз все-таки воткну. Вот он уже 3 единицы свои по эликсиру окупится сейчас против огненной лучницы. Норм, норм. Так, здесь рыцаря. Фаербол буду закидывать в грома. Отлично. Теслу вот такое положение, потому что воздушный шар тогда на нее среагирует. Да, и задефали здесь. Так, бревно готовим против армии скелетов. Будет ли она? Нет, не будет армии скелетов, будет огненная лучница. Мимо которой я кидаю фаербол. Прекрасно, что сказать, что сказать. Так, давайте лучница, Тесла сразу. Потому что сейчас пойдет воздушный шар? Нет, не идет воздушного шара. Так, ну сразу арбалет тогда. О, наконец-то бревно по назначению. Ладно. Все, я буду его закидывать. Он так достал, утомил. Я буду закидывать его фаерболами. Или опасно? Не, пока не буду. О, вот теперь буду. Подтолкнул как мог под Теслу фай, этот шар воздушный. Ой-ой-ой-ой. Так, фаербол здесь вот такой, потому что иначе шар пролетит мимо. Так, ну арбалет я не буду уже ставить, я буду его закидывать фаерболами, он достал. Просто, что ты думаешь, я не могу в, в тошнотный стиль играть? Я могу, ты меня заставляешь это делать. Давай. Что, не нравится, когда закидывают фаерболами? А ты меня стрелами всю игру закидывал. Мне тоже было неприятно, знаете ли.
Поэтому все, я сгорел. На, забирай последнее бревно. Вот оно, оказывается, как надо пиу-пиу играть. А я что-то арбалетом все пытаюсь пробивать. А он сидит в защите и все. Вот так вот. Бя-бя-пиу-пиу-пиу и все, и вышки нет. Все, так и будем играть. Поехали, фаербол, бревно, минус вышка. Моя только. Поэтому подождем тройного эликсира для начала. А там видно будет. Так, хороший задел на активацию главного здания. Если это хок... Так, нет, активация главного здания здесь уже не получится. Здесь придется вот так действовать. Так, ну Тесла вроде вывозит. Если не вывозит, то ледяным духом. Оп, хорошо. На самом деле это хоро... Нет, не хорошо. Вот если бы у него побольше был запас здоровья, если бы он выжил и потом активировал главное здание, было бы хорошо, а так не совсем. Ого, так, Тесла у меня уже тоже есть. Давайте в такое положение ее. Еще может активировать главное здание получится таким образом? Не, не получилось. У меня не очень хорошие попытки активировать главное здание сегодня. Дай. Вообще, ну наконец-то активировал, но, блин, сколько я урона получил при этом. Что за дичь? Тесла, ладно. Сейчас там будут эти летучие мышки, да, из середины. Будут? Да, будут. Но не очень хорошая идея, если честно. Так, от Мегарыцаря задефались. Огненная лучница очень напрягает. Очень напрягает. Прям супер сильно напрягает. Он много элика потратил только что. Я буду сейчас пробовать агрессию проявлять. Понятно было, что эликсирный голем. Так, пытаемся ледяным духом здесь летучих мышек хотя бы как-то убить. Здесь бревно. И арбалет настреливает. И настреливает-то неплохо на самом деле. Да, немножко ситуацию изменили. Так, огненную лучницу я здесь на... Что это за Тесла была? Что это за Тесла была? Ну как это называется? Ну почему так плохо сыграно-то? Ладно, крутимся до еще одной Теслы, исправляем собственную ошибку. Сюда ледяной дух. И сюда арбалет. Да... Я не хочу играть этой колодой. Никогда в жизни. У меня соскочил сейчас палец или что произошло? Какое оправдание придумать? Ладно, ледяной дух зато идеальный. Идеальный ледяной. Идеальный. Вы видели когда-нибудь ледяного духа лучше, чем этот? Я никогда. Это был идеальный ледяной дух. О, так, все, шутки в сторону. Защитный арбалет. Когда не знаешь, когда все идет не по плану, надо ставить защитный арб. Так. Здесь фаербол и лучницы. Ледяной дух, рыцарь и атакующий арп. Все, погнали. Мега рыцарь сейчас будет, я знаю. Нет, не мега рыцарь. Ну вот теперь мега рыцарь только. А сейчас будет прекрасный ледяной дух. Идеальный ледяной дух. Нет, не будет ледяной. Ну, такой себе. Ладно. Огненная лучница, ты меня продолжаешь напрягать. Перестань. Бревно. Так, арбалет. Арбалет Тесла, все в прикрытии. Так, арбалет сейчас лопнет этот самый. Отлично, все, арбалет зафокусился. Это победа должна быть. Сейчас мы его фаерболами еще докидаем. Неужели? Что за сюрреализм? Просто что? Как это вообще происходит? Теслу сначала не туда воткнул, потом арбалет не туда воткнул и все равно выиграл. Блин, конечно, вообще что-то с чем-то. Короче,
кто там сейчас лучший арбалетчик в мире? Битпас или Лемон 3? Короче, напишите, позвоните мне, у меня дешевые уроки по тому, как играть арбалетами. Просто лучшая школа арбалетов. Потому как, вернее, как не надо играть арбалетами. Бревно, что ли, отдать? Есть такой соблазн. Не, рыцаря отдам. И здесь скелетиков. Не-не-не-не-не-не-не, к скелетикам, да. Иди к скелетикам. Так, лучницы против валькирии. Пораньше выставляю. Слушайте, так. Не знаю, надо ли мне... Не, не надо здесь. Фаербол не надо будет отдавать. Лучницы все-таки хоть и 12-й, но здесь настреляют. А урон все равно вышка, да, получит? Или нет? Ну, конечно, получит. Как же без урона-то? Теперь чем дефаться? Ждем еще одного призыва скелетиков. Да, дождались. Так, проблема в том, что я когда комментирую и играю одновременно, я не соображаю, цикл не запоминаю и так далее. Если будет воздушный шар, я его закачу сейчас вот так фаерболом. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот фаерболом буду катить шар. Ну вы увидите, когда это произойдет, я обязательно скажу вот так вот. Пока защищаюсь, я не собираюсь вообще никуда лезть. Мне комфортно, я даже защитный арбалет поставлю, чтобы вообще, чтобы сидеть, отдыхать, как бы не париться, чтобы не это... А, ну понятненько. Вот этот фаербол, кстати, он мне может стоить сейчас игры. Арбалет я, конечно, успел воткнуть, но он не поможет ли? Вот в чем вопрос. Так, здесь бревном добивочка. Добивочка-отбивочка. Каламбурчики поехали. Идеальный защитный арбалет. Вот, как, вот я люблю защитные арбалеты, когда вот так они работают. А, ну понятно, ладно. Я понял. Вот, кстати, опять Теслу криво поставил, и это может быть проблемой. Лучниц готовлю. Лучниц готовлю против шара. И фаербол готовлю против шара. Вот так вот. Ну, не совсем вот так вот, как я про то, что я говорил. Но мне чем нравится в арбалете, вот ты можешь косячить, типа, и косячить. Ну, накосячил, окей, ладно, просто дальше защищаешься. Не можешь поставить атакующий арб. Но в итоге тебя чаще всего не наказывают, если ты нормально дефаешься. Типа ты можешь вливать весь эликсир на защиту и ошибаться сколько угодно. Ну, есть у меня такое ощущение. Конечно, оно ошибочное. А почему мне дают такую колоду? Вот у него сложная колода против моей, против арбалета. Так, защитный арбалет еще один. Все, здесь надо уже, короче... Надо что-то будет придумывать сейчас. Да, попал. Все хорошо. Так, арбалет. Я докручиваюсь до арбалета. Мне нужен арбалет? Или что? Да, мне нужен арбалет. Тесла мне еще тоже нужна. Здесь бревно надо отдавать. Но это жесть. Ну вот как вот это вот, вот огромное количество вот этого вот всякой херни мне законтрить? Давай, арбалет, стреляй наконец-то. Стреляй, родной. Наноси урон, дамаж во всю душу. Все, ухожу в защиту. Или нет? Или нет? Или что я делаю? Что я делаю? Друзья, подскажите, быстро подскажите, что я делаю. Что я делаю не так? Или что мне делать, чтобы выиграть? Правильно, закидывать фаерболы. Мы уже решили, что это лучшее решение арбалетом. А, у него тоже есть фаерболы? Серьезно? Фу ты какой! Ты просто меня очень разочаровал. Очень разочаровал, крайне разочаровал. Так нельзя делать. Прекрасный фаербол в кавычках. Просто, блин, как это называется? Я не знаю, как это называется, но это был отвратительный фаербол. Но! Теперь-то ситуация поменялась. Ледяной дух здесь. Фаербол туда. Погнали. Бревно туда. Победа, что ли? Победа. Победа. Жесть. Я не знаю. Это, по-моему, был неудобный матчап для арбалета, потому что это была куча вообще наземных карт, которые...
Да, нормально вообще? Нормально мне дали? Просто. Мини-пека, бандитка, мега-рыцарь, валькирия. И прокачка вон какая. Ну, прокачка, ладно, еще не самая жесткая, которая бывает. Ну, нормально, нормально. Нормалдым. Так, 12 уровень против меня. Я тоже 12 уровень. Но ты еще не знаешь мой уровень, 12 уровень. Сейчас тебе покажу свой уровень. Не, не сейчас. Не, не. Вот не знаю, надо было сейчас втыкать арбалет агрессивно? Не, я все-таки думаю, что на ранних стадиях игры не стоит так сразу. Так сразу это может влететь в копеечку. Так, здесь так, я, по-моему, не успел рыцаря. Да, не успел рыцаря, пришлось исправлять ошибку. Может, активируем главное здание? Нет, не получится активировать главное здание уже, потому что надо дефаться. Ну, елки-палки. Ну, Семен Семенович. Что за коргик? Почему коргик? Дичь, вообще дичь. И гоблинская бочка. А я до этого бревно отдал. У него тоже бревно, которое убивает моих лучниц. Не, надо лучниц, короче, на фул качать срочно. Иначе я так и буду ими проигрывать. Потому что у всех бревна как минимум 13 уровня. И опять мини-пека, блин. Повозка с пушкой. Вообще шикарно, конечно. Вы придумали? Спасибо. Давай стреляй уже. Так, нет, лучницы здесь. И скелет. Да елки. Ну, я не знаю, как это называется. Бревно пришлось отдавать. Сейчас фаербол буду отдавать на этого гоблинскую бочку дурацкую. Ну и, конечно, нет размена. И какой может быть размен? Тесла, лучницы готовим. Да, естественно, лучницы, потом Тесла. Ай, отыграл, все-таки успел от его повозки с пушкой. Так, что там у него? Мини-пека, да? Мини-пека. Я сейчас улын, иду в атаку. Не получается. Видите, он убивает лучниц просто очень быстро, и у меня проблемы из-за этого. Не знаю, я как такого кургига выигрывать с повозкой, с пушкой, просто, блин. Давайте защитный арбалет попробуем. Сейчас будет коргик, да? Будет коргик? Нет, не будет пока коргига. Вот теперь будет коргик. Коплю эликсир. Погнали. Финальная моя попытка. Прикрываем максимальное прикрытие здесь. И... А что с ним случилось? Он вылетел? Мне типа пофиг, что с ним случилось, потому что я собираюсь сейчас сносить его вышку, минимум. Нет, не получилось. Вернулся он вовремя в игру, к сожалению. Так, сейчас будет коргик, да? Да, коргик, естественно. Здесь скелетики, ледяной дух, бревнишко у меня есть. Здесь лучницы, потому что иначе не вывезет моя одна Тесла. Так, Теслу сюда ставим, арбалет сюда. Мне надо уже что-то выдумывать. Поэтому я играю таким образом. Фейербол. Фейербол. Оц. Давай, родной. Бревно не стал я отдавать. Оп, стреляет, отлично. Все то, что нужно. Так, арбалет стреляет, настреливает. Погнали, арбалетик, давай, стреляй, настреливай. И фейербол.
А как мне нравится играть арбалетом-то, друзья. Оказывается, это приятное чувство, когда ты вот так вот переламываешь ход игры. Но все было плохо, все было, блин, отвратительно. Но мы дождались момента и вонзили победный арбалет. Погнали дальше. Сейчас чувствую, улечу на 5600. Есть такое наитие. Так, лучницы. Ведьма. Ненавижу ведьм. Нав тебя фаербол. Пиу. Блин. Ёперный театр. За что? Плохо. Так, ац. И лучниц надо выставлять. Рыцарь не вывезет. Да, рыцарь не вывозит. Не вывозит рыцарь мой. Еще. Ой-ой-ой, герой он все-таки. Уц, молодцы. Но вот нельзя так. В самом начале нельзя, конечно, фаерболами так раскидываться. Просто он мега-рыцаря сразу выставляет, и у меня проблемы. Так, видите, проблемы. Но я здесь фаерболом, я думаю, порешаю. Вот как-то так. Так, и с ледяным духом. Две вышки. Вторая стреляет тоже. Все, хорошо, нормально. Но теперь вот этот фаербол с самого начала ведьмы, он мне сразу усложнил задачу. Видите, я в минусе по эликсиру. И теперь мне только защищаться, как минимум до двойного эликсира, я так полагаю. Нельзя так играть до двойного элика, до получения преимущества по элику. Вот, снова ведьма. Но, конечно, теперь я не буду никаких фаеров закидывать в нее. Я докручусь до лучниц. Здесь Тесла, здесь рыцарь, я думаю. Вот так вот. Бревно готовлю. Да, бревно отдам. Иначе здесь скелетики уже начинают прям вообще наглеть. Так, лучницы, давайте. Ведьму, пиу-пиу. Ну, лучницы такие, конечно, слабые, но пиу-пиу. Вообще прям... Прям они не пиу-пиу даже, а так... Пиу-пиу. Вообще еле-еле слышно. Ну, они у меня слабенькие, да. Что поделаешь. Так, на этот раз фаербол, быстрее, двойной эликсир. Успел? Не успел. А, долетел все-таки, зараза. Но у него нет тяжелого заклинания, я ставлю защитный арбалет. Вы догадались, друзья, да? Я перехожу к фаталити. Это защитный арбалет в моем случае. Так, здесь вот так. Мини-пеку на скелетиков этого сюда, короче, как-то так. Здесь что делаем-то? Здесь фаербол, наверное. Фаербол и отлично. Ой, как мне помог защитный арбалет в этой ситуации. Как он мне помог, если честно. Так, я ставлю агрессивный арбалет. И в прикрытие рыцаря сразу. Там валькирия, по-моему. А, мега-рыцарь уже есть. Блин, жаль. Жаль, что он накопил на мега-рыцаря. Блинский, блин. Что, проблемы у меня теперь? Да, у меня теперь проблемы. Воздушный шар у него есть. Так, мне надо докручиваться до Теслы. Так, Тесла сейчас будет. Фаербол здесь. Здесь можно уже закинуть, наверное. Уже двойной эликсир я смогу задефаться, если что. Да, я смогу задефаться, я верю. Защитный арбалет ставлю против ведьмы в первую очередь. Так, лучниц сюда готовим. Теслу, нет, не Теслу. Здесь вот так вот. Так вот, как-то так. Фаербол сюда. Лучницы, живите. Лучницы живут. Но шар, нет, не долетай, пожалуйста. Пожалуйста, не долетай. Ну, это я проиграл, по-моему. Я не знаю, что мне здесь делать, как мне здесь выигрывать. Типа, у него шар, это херня. У него постоянно мега-рыцарь. Что мне против мега-рыцаря вот здесь делать? И с яростью тем более играет. Они задолбали с яростью это играть. Фаербол. А-да-да-да-да-да, Тесла в защиту. Не успеваю. Да, он опять разряд отдает, добивает, естественно. Я не могу перейти в атаку. Вот, теперь, может быть, могу. Рыцаря вот на эту сторону, максимально право, чтобы мега-рыцарь отвлекся на него. Ну, естественно, но он этот закидывает в шар, в контру арбалету. Прикольно. Так, ладно, арбалет. Я шар даже не собираюсь сейчас дефать.
просто не собираюсь дефать, хотя надо, надо, наверное. Поэтому лучник все-таки выставлю. Так, здесь фаербол. Давайте, давайте, отстреливайте всю эту погонь. Не-не-не, ну не пробиться, вы видите? Ну просто не пробиться, у него все карты меня контрят. Мама, блин, как это называется? Как это называется? Все толстяки у него в колоде, просто все жердяи. Даже эти, маг и ведьма. Ну что ты, что ты? Ты же, блин, кукарекал. Кукарекала. Ай, Хасан. Был до этого Хусейн вонючий, который вонял эмодзи, а теперь Хасан воняет эмодзи. Что вот это за колода? Валькирия, Мега-рыцарь, Мини-пека. Три карты. И воздушный шар. И мне не поставить вообще агрессивный арбалет. Не хватает здоровья на рыцаре, не хватает здоровья, не хватает урона на лучницах, и все из-за этого, и вот из-за этого происходит. Не могу, я не в состоянии прикрыть свой арбалет. Рыцарь слишком быстро дохнет, лучницы слишком слабо дамажат. Потому что они 12 уровня. Поэтому вот такую шляпу не обыграть. Ладно, финальную игру играем. Я уже не думаю, что 6000 получится взять. Слишком мне дают каких-то типов не под мою прокачку, не под мою колоду. Так, а вот едок ты зря скинул, наверное. Сейчас мы посмотрим. Ну опять же, 12 рыцарь полудохлый идет, что я с ним могу сделать? Что вот я с ним смогу сейчас сделать? Давайте попробуем, конечно, но... Типа фаер и тип бревно. А, ну понятно. Бревно даже я не в тайминг дал. Я думал, я фаером попаду по бочке со скелетами, но я не попал. Так, ну здесь шахтера будем ловить скелетиками и ледяным духом. Ладно, разряд он отдал. Так, ну, буду до двойного эликсира защитно играть. Лучницы, рыцарь, Тесла, скелетики, бревно. И вот это набор моих карт до двойного элика. Теслу ставлю спокойно, никакого волнения. Все размеренно, никаких проблем. Здесь бревнышко отдаем. Идеальное бревнышко просто. И скелетики снова. Ледяной дух здесь ловим, короче, шахтера рыцарем. Ча можно попробовать, наверное. Причем по правой стороне, потому что он мега рыцаря на левую выставил. Ай, да, у него же так. Да-да-да. Точно-точно. Как я мог забыть? И, блин, скелеты были лишние. Накосячил тут малость. А у него лишние летучие мышки сейчас были. Так, он отдал, кстати, яд. Я поставлю защитный арк. И Теслу вот такую. Тесла, кстати, плохая. И урон я получил, к сожалению. Так. Давайте готовимся прикрываться от мега-рыцаря. О, этот яд был, может быть, фатальным. Очень может быть фатальным. Так, прикрываем наш арбалет. Все, прекрасно, минус вышка у него. Такое не побеждается. Это застройка по-клэш-артовски. Все, фаербол, бревно. Бревно? Или не бревно? Бревно. Потому что я верю в себя. Потому что я уверен в победе. Все, сдавайся, что ты это... Что ты продолжаешь со мной сражаться? Это бесполезно. Ты идешь против ветра. И не только идешь. И ты наказан за это. 30 купчей мне в копилочку, пожалуйста. Отсчитайте. Ой, не знаю, друзья. Эмоции, конечно, от игры масса. Но... Я, если честно, наигрался.
Ладно. Еще одну. Еще одну заверните, пожалуйста. Если выиграю, то еще одну. Или нет? Нет, если проиграю, то еще одну. Скорее так. Так, здесь дефаемся. Скелетический дух. Кстати, неправильно я расставился. Надо вспомнить. Я в видео про фишки и трюки Хоган 2.6 показывал, как правильно контрить скелетиками и ледяным духом так, чтобы не получать урон. Ну, конечно, я показывать-то показывал, но практиковать не практиковал. Поэтому, собственно, и сейчас не законтрил. То есть, в теории-то можно, но как делать это, я понятия не имею. О, 13-й маг, это мой клиент. У меня единственная карта, которая максимальная наравне с арбалетом и Теслой, это как раз-таки фаербол. Поэтому, конечно, конечно, я с удовольствием буду фаер в 13-го мага закидывать и просто кайфовать. Он, кстати, два мини-танка отдал. Ну как мини? Гигантского скелета мини-танком, наверное, уже не назовешь. Чё, пробуем? Давайте, пробуем. Арбалет. Но нет страха. Рыцарь. Да, отлично. Фу. Отлично. Успел скелетик прикрыть. Так, здесь лучниц. Слабых, но нужных. Хотя у него валькирия тоже не сильная. 13-я. И вот оно. Вот оно, пробитие. Есть пробитие. Зона. Прям вообще то, что нужно. Зона, гудзона. Так, бревно отдам. Зря я долго думал, так бы арбалет еще пару пиу-пиу сделал. Ладно, меня и это устраивает. В целом, на самом деле, уже можно все сушить весла, сушить игру и в защиту уходить глубокую. Теперь главное в защите не накосячить. Но еще непонятно, чем он там атакует. А, гоблинская бочка у него, блин. Я ж бревно отдал только что. Фаербол. Нет, не хочу фаербол отдавать. Не хочется фаербол отдавать, потому что фаербол мне пригодится против магов там всяких, вот. Я защитный арбалет поставлю. Если есть ракета у него, пусть отдает. Вот он сейчас поможет рыцарю разменяться с валькирией. Я люблю защитные арбалеты, друзья. Прям очень люблю. Вы это уже знаете наверняка. Ну, здесь уже бревно. Бревно уже я отдавать по-глупому не собираюсь в этой игре. И вот теперь можно арбалет еще один поставить. Помним, что у него Тесла есть. Поэтому лучницу вот так выставляю. Не Тесла, а адская башня, вернее. Хорошо, хорошо. Здесь Теслу вот в такое положение, чтобы скелета, во-первых, добить. Здесь фаер. Ап, ап, бесполезный фаер получился. Ай, вообще бесполезный так-то получился фаербол. Ладно, лучницы. Защитный арбалет опять. Хотя можно было агрессивный поставить и кинуть бревно, но я не хочу экспериментировать так сильно, так жестко. Так, здесь как-то так будем дефаться? Не, не будем так дефаться. Надо было вообще так не дефаться. Что за идея была так дефаться? Так, ладно, погнали. Опа, хопа, хоба, смотри, как умею. Все, минус вышка, минус вышка. Это не тормозится, это не дефается, это идеально. Все, фаербол туда и победка. А против слабо прокачанных арбалетом вообще хорошо играется. С 14-м арбалетом, 14-й это Тесла, 14-м фаерболом против 13-х картишек. Прям чувствую себя мощью. Ладно, давайте еще одну игру. Лемон 3, если ты смотришь эту игру, это видео, то я вызываю тебя на бой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не-не-не, не надо. Я же пошутил, это же шутка, я же нет. Это я чисто прикалываюсь, я не поверил в себя, не надо меня наказывать сразу. Огненная лучница, ненавижу огненных лучниц, когда играю арбалетом. Они такие напрягучие, в них фиг попадешь. Бревна недостаточно, да? Пожалуйста, можно бревна достаточно? Я жадный, да. Так, Теслу готовим. А это Хок с землетрясением, похоже? Или нет? Если землетрясением, то я Теслу так буду ставить. Если... Давайте проверим. Если с землетрясением, то потом я буду Теслу так ставить. Пока землетрясения нет. Хорошо.
Давайте ледяного духа из глубины. Фаербол я закину, потому что она напрягучая. А, он так решил? А, у него яд? Интересно. Ладно. Раз у него яд, и он не сможет законтрить мой защитный арбалет, то я, друзья, угадайте что, ставлю защитный арбалет. И Теслу. Естественно, против Хога. И таким образом Хог растворяется. Хог растворяется. А я никакой выгоды из этого не получаю. Гениальный защитный арбалет. Вот он разменивается со скелетиками. Без него не справиться было. Да. Да-да-да. Блин, что я сделал вообще? Ладно, давайте. Он яд отдает, конечно, очень нагло. Может, мне это поможет в итоге. Теперь агрессивный арбалет. Агрессивный арбалет. И рыцарь в прикрытии. Отлично, я ждал что-то такого. Здесь бревно. Давай пару пиу-пиу. Пару пиу-пиу по вышке. Ну или хоть с огненной лучницей разменяйся. Отлично, я доволен. Ок, здесь Тесла. И еще один агрессивный арбалет сейчас будет, друзья. Однозначно будет. Погнали. Здесь скелетики лучницы. Бревно. Ледяной дух. И рыцарь в прикрытие от мини-пеки. Пробитие есть. Тесла теперь в позицию такую. И прикрываем. Прикрываем, отлично. То есть Тесла сейчас может и по правой, и по левой стороне защититься, если что. Но у него, по-моему, нет желания больше атаковать. Он слишком много кидал ядов. И поэтому я его наказал. Гигион, или Гиджион, или Джиджион, или Джидживан. Кстати, как вы думаете, это читается? В общем, итальянец. Привет тебе из России. Бон аппети, Санта Лючия и так далее. Слушайте, азарт разыгрывается. Ладно, длинное получается видео, друзья. Финальную игру играю. Если проигрываю, то проигрываю. Если выигрываю, то 6к все-таки взял. Ух. Вот сейчас, конечно, ставки высоки. Делайте ставки, кстати. Ставьте на паузу, делайте ставки, как закончится игра. Я еще сам не знаю, как она закончится, поэтому... стрёмно вообще. Капец, реально стрёмно. Я не хочу играть больше в эту игру никогда. Да. У него-то уже есть 6.26. Может, ты проиграешь мне? Может, ты подашься мне? Друг, поддайся мне. Блин. Что делать? Теслу поставлю. Нет, не Теслу. Что делать? Рыцаря выставлю, ладно. Теслу, если что, выставлю сейчас. Давай, что? Что, играем, не играем? Играем или ты сдаешься? Я не против, если ты сдаешься. Ну ни хрена, он не сдается, походу. Рыцарь бежит на меня. Ну нет же. Ну какая спарки? Ёпарный театр. Ну какой гоблин-гигант? Ну можно, пожалуйста, без вот этого всего обойтись как-то? Ну блин. Жестко будет игра. Окружаем спарки. Бревно на... Оп, хорошо, разряд он отдал на лучниц. Блин, это сложная колода. Против нее сложно играть будет. Она с яростью. Трындец, короче, блин. Давайте, ладно. Никаких сомнений. А я сейчас не вывезу эту защиту. Он сейчас гоблина-гиганта ставит и все. И что мне делать? Так, он сейчас разряд отдаст. Отдаст заранее на спарке, я думаю. Нет? Нет, не отдает. Так, здесь вот так. Ладно, фиг с ним. О, пожалуйста, не надо меня сейчас убивать. Уничтожать мою правую вышку. Дай мне шансы, зараза! Но это поражение, друзья, это все-таки поражение. Дурацкая колода, анскильная с гоблином-гигантом. Мне попалась, и все, собственно.
Что делать? Фаерболами надо закидывать, наверное. А какие у меня еще варианты? У меня нет больше вариантов, получается. А я не успеваю даже фаерболами закидать, да. Но это поражение, друзья. Ладно, все, я не буду больше играть. Я удаляю Clash Royale. Нет, ладно, нет. 40 минут достаточно, я думаю. Дальше уже просто, ну, не влезает в ролик. Я, конечно, вне ролика сейчас еще попробую 6К взять. Но какой он был противный. Фу, все 14 уровня. Фу, с яростью. Unskill колода. Фу, 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 фу тебе. Много раз тебе фу. Прямо в лицо. Я говорю тебе фу прямо в лицо. Человек с нечитаемым ником. Еще и глава клана. Фу. Противно. Проиграл. Ладно. Я думаю, что все равно я нормально играл. Я доволен этим этой дорогой, этим путем. Вот улучшу арбалет на максимум и буду обыгрывать битфасов и так далее. Короче, все. Вот увидите, друзья. Обязательно, я научусь. На этом все. Спасибо за просмотр. Привкус разочарования, да, в конце? Во всяком случае, у меня. Или это просто салат крабовый, который я поел? Ладно, друзья. Кстати, у меня сегодня день рождения. Вот такая новость. Все, пишите в комментариях все, что вы думаете, короче. Я пошел праздновать. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.